Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я представляю новую магистерскую программу, которую мы открываем в этом учебном году. Программа называется «Тренер-технолог деятельностных образовательных практик». Тема эта очень важная, актуальная, потому что школы и другие образовательные организации переходят уже 10 лет на деятельностные стандарты. К сожалению, этот переход оказался очень сложным, и в образовательных организациях обнаружился дефицит специалистов, которые могут сопровождать учителей и других работников именно в освоении деятельностной практики образования. В наших курсах принимают участие такие известные психологи, доктор психологических наук, профессор Борис Данил Чельконин, профессор Галина Анатольевна Цукерман, профессор Николай Евгеньевич Веракса, профессор Михаил Владимирович Кларин и другие специалисты развивающего образования, деятельностных практик из Москвы и не только, из Красноярска, Новосибирска. наши магистранты смогут принять участие в большом количестве тренингов, практикумов, которые позволят им освоить не только теоретические основы деятельностного подхода к образованию, но и приобрести значительное количество компетенций, позволяющих работать в самых разных сферах образовательной практики. У нас 15 бюджетных мест. Мы Уверены, что все, кто придут к нам в магистратуру, получат бесценный опыт взаимодействия и сотрудничества с ведущими психологами и педагогами. Приглашаем вас в нашу магистратуру.